попил. Ну вот классика. Теперь мы говорим, что это классический голубой окрас британский. Но кто помнит, какого окраса был самый первый перс? Марков. Никто не помнит, да? Марков. Вот 4. Так вот, раскрою вам один секрет. Британцы появились не сразу голубого окраса. Они сначала были обязательно теппи-коты. До нас история не донесла, какой именно теппи-рисунок был на первых британцах. Но я подозреваю, что эти коты, которых мы называем полосатые музыки у нас на улице, да, в Британии они все несут в основном вот этот мраморный окрас. Потом заводчики работали, подмешивая себя Шартреза в этой породе, и от него получили теперь, спустя почти 100 лет, мы называем классическим. Копитин, крепкий, хорошо сложный, средний длинный хвост, толстый, великолепно обушен, средний длинный шерсть, детская еще текстура, отличная форма головы, отличный профиль, большие глаза окрас формируется, небольшие ушки, достаточно широко поставлены, голова разрастется, ушки вообще будут широко поставлены. Достойный кот, аплодисменты первым.